Депутаты Государственной Думы Российской Федерации написали руководителям федеральных телеканалов открытое письмо, в котором призывают их отказаться от освещения темы якобы наступающего 21 декабря конца света. По мнению парламентариев, обсуждение темы конца света негативно сказывается на физическом и эмоциональном состоянии многих граждан. У телевидения очень высокое психологическое воздействие на людей. Именно поэтому тележурналисты должны более ответственно подходить к информации, которая попадает в эфир. В своих программах они часто упоминают о предполагаемом конце света. Зачем? Лучше бы обходить подобные темы стороной, считает депутат Дегтярев. Согласно приведенным им данным, в сравнении с предновогодним периодом 2011 года возросли объемы потребительских кредитов и обороты торговых сетей, что, по мнению депутата, говорит о нарастающей истерии. По его словам, еще предстоит изучить за период с 21 ноября по 21 декабря статистику преступлений, обострений заболеваний, других социальных явлений. Создается впечатление, что конец света – коммерческий проект. Посмотрите, сколько мошенников пытаются нажиться на теме, начиная от псевдомагов и заканчивая продавцами продуктовых и других пайков, отметил парламентарий.